Всем привет, с вами Маханева Наталья, канал «Все сразу». И сегодня опять я о проращивании в пеленках или в скрутках. Обычно целлофановый пакет, туалетная бумага, либо бумажное полотенце. И у нас сегодня здесь проросли что? Проросла здесь тыква дружелюбная, мускатная. В прошлом году я ее сажала просто в землю, уделила ей мало внимания, не удобряла ее. Ну и на моей неудобренной земле она не захотела расти. Но точно такое же семечко я дала, либо семечко, либо проросток, я не помню, уже соседки. У нее выросли тыквы 14-16 килограмм. Вот сегодня я эту тыкву сажаю в тубу. В тубу, наполненную ветками, листьями, не перегноем, а полуперепревшей там соломой всякой. Но речь не о том, речь о том, как она в этой скрутке выросла или проросла. Смотрите, сейчас я отдельно отложу, вот. Одна тыквочка, вот ее семечко, вот ее корень. И вот этот корень весь был в скрутке. Это самое первое семечко, которое проросло, оно самое крупное, корень у него самый крупный. А вот смотрите, еще прорастают. Вот, к примеру, вот это, видите, корешочек. Я его оставлю еще до завтра, как и остальные. И завтра уже это, скорее всего, соседка будет сажать. Я потому что не решила. Ну, скорее всего, две штучки я посажу в разные тубы. Тубы у нас... У меня есть крупные и маленькие. Ну, широкие и узкие. Вот эту тыковочку я посажу в узкую, высокую тубу. Такой типа компостер. А еще одну посажу, наверное, в колесо. У меня есть колесо, где земляника, которую я хочу истребить. Вот если я завтра истреблю, то туда, на хорошо перегнившую все это, все, что там было под земляникой, добавлю чего-нибудь еще, намешаю листья, допустим, в серединку насыплю и закопаю. И вот такую кашицу я вам завтра покажу, может быть. Посажу еще одну тыквочку. Двух тыкв мне будет более чем достаточно. Вот все, что проросли, я положила, чтобы они были выше салфетки. Прячу все корешочки. И эту свою пеленочку я не закручиваю, потому что уже можно повредить корни. Так вот она и будет у меня до завтра. Вот такая у нас тума повыше. Вот такой у нас защитный экран, чтобы мою тыкву не унесло ветром, так как ветра у нас все-таки сильные. И вот это наша мученица тыква. Посмотрим, как ей понравится, нет. Через недельку-другую покажу вам ее. Всем рекомендую. Тыква дружелюбная, мускатная. В прошлом году соседки дала обалденный результат. Во-первых, тыква очень сильно разрослась у нее. Лиановидная. Заняла, наверное... 10 на 10 метров на огороде. Одна. И, соответственно, на ней было очень много тыкв. Штук 6, наверное. Там по 12-14 и маленьких много еще. Всем до скорой встречи. С вами была Маханева Наталья. Канал «Все сразу». И давайте быстрее высаживать тыквы, кабачки и прочее, чтобы получить ранний урожай. Особенно это касается Московской области.